ему чудеса. Заметила за собой, что обычно, когда идешь в дождь играть, то хочется петь новые песни. Вот почему-то именно здесь хочется их, ну, впервые, что ли, спеть. Вот то ли аудитория, то ли обстановка, ну, в общем, как-то все вместе. Вот сам подход, видимо, располагает к тому, чтобы вот впервые их опробовать. Потому что другие концерты часто бывают более такие, ну, отстраненные, что ли, ну, как сказать, там барьеров больше, да, а здесь ближе все, как будто. Вот, и поэтому я не удержусь, чтобы не спеть новую песню из мюзикла «Алые паруса», которую вот сейчас мы потихонечку делаем и дописываем постоянно. Вот, эта песня почти такая начальная, песня Эгля, которая, собственно, как вы помните, если вы читали «Алые паруса», это сказочник, который придумал Ассоль вот эту всю историю с алыми парусами. Он ей это сделал такое предсказание. Вот. Просто, честно говоря, от балды. Просто ему пришло такое в голову вот, в виде фантазии. А у нас в спектакле он, получается, такой рассказчик. Поэтому вначале он немножко представляет персонажей, которые там участвуют. Ну, вот такая песня. Я расскажу одну историю, ее я нахожу. Необычайно я такого не встречал. Все было в Каперне, в селении на берегу морском. И там я, заплутав когда-то в сумерках, искал, когда нацелится мой глаз на верный галс. Я шел и удивлялся тусклым взглядом рыбаков. Там не случалось ничего и никогда. А мне придумать бы историю и все. 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 Но даже в Каперне не интересен кое-кто. Да вот один матрос Лангрен, он независим, нелюдим. Соседи знают, он другой неровне им. Когда Лангрен домой из плавания вернулся, он застал свой дом пустым. Малютка, дочь, Ассоль теперь единственная, кто осталась с ним. Вот Мэнерс-младший, зазывает вечно в свой трактир с крыльца. Все говорят, мол, Лангрен убил его отца. И слухом помнится об этом вся округа. Его отец был ростовщик и своего не упускал. И в каждом деле только выгоды искал. Но как-то в шторм Лангрен спасать его не стал. А ты понять, в чем дело, хочешь все-таки изволь. Его шантаж и свел в могилу мать Ассоль. Ну а теперь уже суди об этом сам. С кого мне рисовать свою картинку? Кого взять за руку в историю ввести? Не зря же завелась сюда тропинка. Найду ли я того, с кем будет по пути?
что здесь все-таки должно произойти. Вот подрастает мечтательная дочка моряка. Всего одна. Вот я ее увидел и придумал тут же сказку ей о чуде, что когда-нибудь, наверное, случится с ней. Среди нас. И вот теперь она не сводит с моря глаз. Пара, 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 ра, па, ба, ба. Пара, па, пара, 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 ра, па, ба, ба. Отдашь ты сердце в этом городке, кому примкнешь, когда окажешься в толпе героев, странников, дельцов и моряков. Поверишь тем, или может тем, рассудку трезвому, несбыточной мечте. Иди со мной, ты за сказкой в путь готов, или воскликнешь: нет, ищите дураков. Пара-п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 ара. Летящим в объятия мои.
настоящий. Я здесь, я мчусь к вам. Пусть это сон, он сбудется. Беги, проснись самим собой. Ну а потом танцуй со мной на радость небесам. Да-да.